You picked the wrong food. Всем привет, с вами я, Данил. И в этом видео я расскажу вам, как можно быстро, а главное бесплатно, подписать подписку PS Plus. Вот мы зайдем в PlayStation Store, посмотрим, сколько она вообще стоит. Стоит она дорого, я смотрел. Давным-давно, я не знаю, сколько сейчас. Сейчас она стоит, если взять на 12 месяцев, ну, на год. Это 1200 пусть будет. Ну, это прилично на год. Но мы это будем делать бесплатно. Нам нужно... сейчас я вам покажу. Нам нужно будет... Сейчас я... Сейчас, подождите. Нам нужно будет создать нового пользователя. Нажимаем «Создать пользователя». Далее. Нажимаем мы впервые в сети PlayStation Network. Здесь мы вбиваем любую страну, любой регион. Давайте, ну, страну любую. Ну, пусть будет, давайте, пусть будет Украина, язык русский. Дата рождения тоже любая. Ну, 8, например, там, 3. Пусть будет там, не знаю, какое. Да хоть 85. Нажимаем «Далее». Пишем «Город». А город любой, ну, тут все, что хотите, можете написать. Вам галочку поставят. Дальше выбирайте область, тоже любую. Почтовый индекс тоже там, какой хотите, вбивайте. Нажимаем «Далее». Здесь вам понадобится электронная почта. Чтобы ее не создавать, я воспользуюсь сайтом, который оставлю ссылочку в описании. Вот я уже вбил почту, пароль. Теперь нам нужно здесь ввести имя пользователя, под которым у вас будет высвечиваться аккаунт. Ну, тут я не знаю, но тут будет, ну, допустим, такой. Да. Значит, нам надо выбрать, какие нам предлагают других пользователей. Можно вбить тут циферки, вот. Ну, давайте любой, ну хоть первый, вот. Все, оно подходит. Дальше имя. Имя любое. Оно все подойдет. Фамилия тоже любое. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Подтвердить». «Подтвердить». Тут мы нажимаем «Принимаю». И вот нам пришло, сейчас должно прийти на почту подтверждение. Уже оно отправлено, мы ждем. Вот мы подтвердили почту с нашего сайта, почта на 10 минут. Нажимаем «Ок». И получается, вот мы переходим на нашего пользователя, вот наш пользователь. И нам нужно теперь зайти в настройки. Зайти в настройки и нажать вот сюда. У меня раньше я очень много раз активировал на 2 дня. Там есть на 2 дня и на 14 дней. Вы, получается... можете активировать на 2 дня, но у меня уже такое недоступно, потому что я его раз уже 5 активировал на разных аккаунтах. Теперь мне оно недоступно, доступно только на 14 дней. Вы можете либо так, либо так. Вам оно будет доступно, ну, по идее, раз 5 точно. Прикол в том, что если вы, например, играете в какую-то игру, нажимаем «Позже», если вы играете в какую-то игру, прошли миссию какую-нибудь,
И когда вы создаете новый аккаунт, то вам не приходится... Вам... Вот здесь у вас появится на 2 дня, вот тут ниже. Если вы проходите какую-то миссию, то вам не придется начинать все заново с другого аккаунта. Вы создаете аккаунт, нажимаете, ну, вы подсоединяетесь к PS Plus на этом аккаунте, он вам вообще не нужен, только для PlayStation Plus. Вы там, например, на 14 дней подсоединяете PlayStation Plus, это все бесплатно, и все, начинаете играть. И прикол в том, что вы можете переключиться на свой основной аккаунт, там, где вы проходили миссию с какой-либо игры, и продолжать дальше. Вот здесь, вот, у вас здесь будет 3 месяца, 12 месяцев. И ниже, вот, у нас есть вверху 14 дней, и должно быть внизу еще 2 дня. У меня, ну, я говорю вам, не активируется, потому что уже раз 5 пробовал. И все. Дальше у вас появится значок. У вас появится значок PS Plus, и вы можете зайти там в GTA-шку, в FIFA. Любую игру можете зайти, там, где можно играть по сети с кем-то, и можете играть. Чтобы подключить PlayStation Plus на 14 дней, вам нужно зайти в PlayStation Store, PlayStation Plus выбрать, зайти сюда, и вот здесь, вот видите, 14 дней бесплатно. Но вам здесь надо будет ввести карточку свою. Оно денег не снимет, как видите, здесь бесплатно. Ну и все. С вами был я, Данил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.